Пушкинском районе проходит работа по ликвидации борщевика сосновского. Это сорное растение способно вызывать сильнейшие ожоги. Борщевик сосновского неприхотлив и легко приспосабливается к любым почвенным условиям. Для региона проблема давняя. До середины 2020 года с сорняком боролись выкопкой или покосом. В прошлом году в 961-е постановление правительства были внесены изменения. И с этого года сорняк можно ликвидировать с помощью химических средств. Препараты для обработки утверждены Россельхознадзором. В Пушкинском районе из экономии бюджетных средств 2021 года администрация изыскала возможности. Мы заключили государственный контракт на 150 тысяч квадратных метров. Мы обработаем в этом году. Это 39 адресов. Основные – это въездные магистрали, Красносельское шоссе, Волхонское шоссе, Рехловское шоссе, Киевское шоссе. И также 35 адресов – это по всему району Павловск, Шушары, Пушкин. Территории, которые прилегают к жилым массивам, будут также обработаны средством от борщевика. Мы обрабатываем гербициды, баковая смесь, используют два вида препаратов. Один препарат Торнадо 540, который действует через листовую пластину, проникает в корень растения, тем самым уничтожая его. Плюс в смеси добавлен препарат, который непосредственно действует на, проникает в почву и не дает семенам взойти. Обработка будет проходить в два этапа. Первый этап сейчас, второй в конце августа. Для полного уничтожения сорняка опрыскивание должно проводиться два раза в год в течение 5 лет. Городские территории мы будем обрабатывать. И на следующий год в бюджет мы уже заложили данные средства. Но, к сожалению, очень много борщевика произрастает на территории, которая находится в частной собственности. Мы информационно работаем с частными лицами. Многие частные лица не хотят даже косить, но так как у нас внесли изменения и теперь борщевик – это сорное растение, администрация района будет проводить мероприятия по составлению протоколов административного правонарушения. Ольга Рейф, Александр Ногов, Пушкинский район.